Всем привет! Сегодня 27 апреля. Вот на нашем участке растет такая березка. Почки уже вроде как набухли. Я думаю, что пора можно поставить сок. Ну, вообще береза, конечно, много влаги из земли забирает. Вот. Поэтому пускай она теперь с нами поделится своим соком. Сейчас с южной стороны просверлю или выдолблю отверстие в 3 сантиметра. Ставлю туда трубочку и посмотрим, есть сок или нету. Поставлю небольшую бутылку. Пол-литровую. Посмотрим, сколько она течет. Тут арматура всякая. Ну вот я думаю, что здесь. Где-то полметра от земли. Сделаем отверстие и попробуем. Вот здесь кто-то когда-то уже, видимо, брал сок. Остались ямы. Ну, вот сейчас мы попробуем. В общем, с южной стороны сейчас проковыряю отверстие гвоздем, ставлю шланг, закреплю бутылку и посмотрим, с какой скоростью будет идти сок. Ну вот видно, как выделяется сок. Ну, обычно несколько отверстий делают, но поскольку у меня маленькая баночка, бутылочка, я сделал одно. Отверстие готово. Сейчас вставляем кусочек силиконового шланга, закрепляем бутылку и смотрим, сколько времени у нас будет заполняться полуторалитровая бутылочка. Вот такой струей вытекает. Ну вот таким образом я закрепил бутылку. Капельки текут с такой же скоростью. Как и самогонного аппарата. Время сейчас 13 часов 45 минут. Ну, пускай капает, посмотрим, сколько времени наполнится полуторалитровая бутылочка.
Прошло 2 часа с того момента, как поставил сок. Вот налилось, накапало уже больше, чем полбутылки. Ну, ждать полную, пока нальется, некогда. Срочно пришлось ехать домой. Поэтому, ну, вот за 2 часа вот столько накапало. Если сделать еще одно отверстие, будет гораздо быстрее. А если 3, соответственно, в 3 раза быстрее. Поэтому вот так вот, такой вот сок у нас. Будем пробовать. Всем пока.